Ого, мой сбык. Издалека его видно хорошо. А на камеру не знаю. Идем туда. Елена, как ты думаешь, нам пора уже обедать? Конечно, сейчас время обеда. Чем ближе подходим, тем, мне кажется, он все меньше и меньше становится. Ветерок поднялся. Да, наверху, наверное, совсем ветер ищет. Могу только покусать. А, любимая, ну, что ты должен сказать за обедом? Каша вкусная. Ну, поздно уже. Давайте разворот через правое плечо. Вперед можно уже идти. Чалимся. Подождите, я потащу. Не, я туда не полезу. Для подъема на мыс Бык предлагаю разделиться. Умные налево, красивые направо. Ё-моё, а мне что, разорваться что ли? Девушки, ну, говорили меня не про обрыву подняться, а пройтись по лесу. То есть сначала вдоль реки 400 метров, теперь 500 метров по лесу. Ну, блин, лучше бы я сразу по обрыву прошел, потому что по лесу идти они отказались. Я уже тропинку потерял. Внизу река Верхняя Ёрга. Наконец-то я на этот бык поднялся, точнее дошел. И как всегда, как и в прошлый раз, здесь ветрюга. Не хватало тут еще свалиться. Так, я не понял. Обратно кто там пришел? Наверное, не наши. Хотя похоже. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. А еще умней сначала обойдет, потом вернется и поднимется в гору. Зато ты сразу две тропы знаешь. Там, кстати, хорошая тропинка. Может, обратно по ней пойдем? Да. Я прошелся, посадил там лес. Нет, тропинка хорошая. Осторожно. Возможно, обрушение берега. Ты хоть посмотрела плакат, как если что надо падать? Блин, там мелкая или чего-то бурлит? Да, мелочь. Так что сейчас опять на весла. На фарватер на той стороне. По тем берегам. Видишь, буйки белые. Ну, там, да. Берем весла. Дальше гребем. Сели? Так, надо. Сели. Че, а давай. А мы хотели тут еще на моторе идти. Сажусь, да? Ты-то чуть-чуть пройдешь. А завтра отложение у реки Миколец.
Подъехали на автозаправку. Ой. Пора нашего Васю заправить. Мы-то поели уже. А он хочет так, еще. Давай. Ой. Целый день гребем. Неужто мы все-таки догребли? Гребля делает нас лучше. Палатки поставлены строго в ряд. Какая-то каша макаронная на ужин. Ну ешь уж наконец-то. Ну вот и последний день похода. Сегодня утром вообще жарень такая. Собираем палатки и в дорогу. Да, уже катамаран на воду спустят. Придется это в речку сходить. Я уже снимаю, как мы залезаем. Вчера был самый ходовой день. А сегодня, вчера хоть были какие-то достопримечательности. Сегодня только гребли. Слово-то какое-то. Тиша, вороны прилетели. Ага. Надо было оставить хлебушка какой-нибудь. Благодарность. Вот это я понимаю. Прокачанный катамаран. Уровень. Сдох. Последние крутые берега на нашем пути. Это, по-моему, отложение у реки Миколец. Нажимаю? Да. И вот я на тебя нажимаю. Спасибо. Я думала, ты видео снимаешь сначала, не, да? Не. Ну я и видео на голове, видео там фотографирую. А, у тебя плечина? Да. Отложение у реки Миколец. Сейчас уже поразмыло. 2 года назад это выглядело не так. А снизу еще и подмыло. Роднички такие. Может, не столько река разрушает, сколько воды родниковые, подземные. Да, в общем, свиньи есть везде. Пооставляют свои следы. Сюда. Вид еще лучше. И посветлее тут уже. А там солнышко засвечило. Смотри, этот камень может рассыпаться. Ну, вроде бы плотный он.
с камнем на Лену не катиться. Я снимаю, если что, так что можешь не переживать. Вот откуда надо было снимать. Со стороны солнца. Андрюха все учит, учит, что против солнца. А вот эта плита почти откололась. Скоро она покатится вниз. Ого. Тут и залезть теоретически можно, но не спуститься. Тут хоть как против солнца снимать. Ну камера, она так не мешает. Ну все. Это вид снизу. Солнышко как раз начинает только освещать. Ну, ничего страшного. Эх, все, едем домой. Нет, магазин недалеко отсюда, да, Александр? Вам спросить не буду. Эх, в дорогу. Последние обрывы. Как хорошо, что точки закрыли солнышко. Мы уже от солнца устали. Быстро угнетает палящее солнышко. Хотя жару я люблю. Это лучше, чем холод. Получилось? Так. Надпись на заборе, все будет хорошо. Оставил какой-то хороший человек, чтобы нас порадовать. А что, надо выпрыгивать? Ой. Все, сушим весла. Наконец-то. Личная экскурсия по Великому Устюгу закончена. Так, ну вот. Поход закончен. Пару слов. Поход запомнился душнилово. Постоянно приходилось открывать форточки. Лена? Я еще не придумала, что сказать. Ладно. Все было великолепно. Особенно хлебцы. Крошки не высыпать, пригодятся. Птичек надо кормить. Алексей нас очень вкусно кормил. Спасибо. Ну, вообще мимо где-то эта штучка была. Да, они вообще запакованы. Я говорю, я когда открываю раньше.